Такого объема водки хватило бы не на одно застолье. Ивановские полицейские при поддержке Росгвардии изъяли более 11 тысяч литров контрафактного алкоголя. Сбытом зелья сомнительного происхождения занимались двое уроженцев ближнего зарубежья. В ходе обысков правоохранители обнаружили целый грузовик, заваленный коробками с поддельной водкой. Чтобы вызвать доверие у покупателя, на бутылки наклеивали этикетки известных брендов. Ущерб для правообладателя составил, по предварительным данным, около 250 тысяч рублей. Теперь бутлегерам грозит до 4 лет лишения свободы. В ходе следственных действий полицейскими проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов. Обнаружено и изъято еще более 11 тысяч литров сомнительного алкоголя, маркированного товарными знаками известных марок. Образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу. Фигуранты задержаны и помещены в изолятор временного содержания.